Начиналось все очень просто. Юлия была на работе и случайно услышала про новую акцию от Европы Плюс. Сначала зашла на сайт, выбрала самый модный образ девушки из всех представленных и поделилась своими предположениями с программным директором Европы Плюс «Орел» Анной Калмыковой. Ее ответ и совпал с мнением жюри. Так как мы все немножко девушки-модницы, очень интересна акция, нас это заинтересовало. Очень много было конкурсантов, сильные были конкурсанты. Я даже не думала, то есть... Дело случая. То есть я даже не ожидала, что я выиграю. Но перед победой Юлии еще раз пришлось продемонстрировать свои знания модных трендов в финале, который прошел 16 ноября. 9 самых стильных и современных радиослушателей боролись за победу. Но удача Юлию не покинула. Юлия, я вас поздравляю с победой в конкурсе и вручаю вам сертификат от магазина «Мегаполис» на 3000 рублей. Вы можете... купить на них все, что захотите, до 31 декабря. В сопровождении подруги и сына Ярослава Юлия решила не терять даром ни минутки. Два платья сразу привлекли внимание модницы. И чтобы выбрать то самое единственное, потратила не один час. Кстати, на этом приятные сюрпризы от Европы Плюс не заканчиваются. Нашим слушателям понравилось участвовать в модной акции, поэтому мы решили, что надо продолжить. Стартует новый этап. Правда, теперь мы будем обсуждать наряды звезд, а размер денежного сертификата повысится. Так что ждите финала, обязательно участвуйте, а финал состоится накануне Нового года. А это значит, что уже завтра, 20 ноября, с 13 до 14 часов на волне 109FM можно будет вновь побороться за звание самого стильного радиослушателя. Имя второго победителя модной акции от Европы Плюс Орел будет известно уже в преддверии Нового года. Ирина Комнатная и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».